Книга «Открытым оком», том 1, тема «Вера», вопрос 16. Почему вифлеемских младенцев считают мучениками за Христа, ведь они не веровали в Него и не были крещены? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Причиной их смерти было рождение Спасителя и поиск Бога-младенца Иродом. Они пострадали не за Него, а из-за Него. И поэтому они есть мученики не за Христа, а из-за Христа.